Всем привет, ребят! Продолжаем наш ежедневный обзор BTC рынка в суперкоротком, максимум полезном видео. С тебя обязательно подписочка и лайкосик, с меня всегда годный контент. Для начала хочу показать апарты, куда сегодня заселился. Просто космические апарты, широченные, охеренные. Завтра выдвигаюсь уже в свою локацию, в тайчик обратно. Поэтому завтра под вопросом касаемо обзорчика. Но так как у нас конец недели, и надо будет дать расклад на выходные перед понедельничком, я постараюсь выйти. Наверное, чуть-чуть просто будет это попозже. Так, и давайте возвращаться к нашим тараканам. Хотя нет, для начала давайте пройдемся по лирике, пройдемся по тем моментам, которые опять у нас шатают рынок, которые закладывают ожидания наперед о том, что будут определенные факапы, будут определенные там какие-то колебания и, возможно, еще более глубокая коррекция. Во-первых, наверное, криптофоне, на макрофоне, не знаю, может быть, даже на политическом, хочется немножечко поговорить о Байдене, об этом чуваке. Этот чувак предлагает изменение налогообложения в крипте, чтобы искоренить практику вош-трейдинг, и предлагает удвоить некоторые налоги на некоторые операции с криптой. По его замыслу, мера налогообложения должна принести бюджету дополнительно 24 ярда в зелени. То есть, ну, как бы не маленькая сумма, если будет такой у нас такая диверсификация, да, денежных средств от одного рынка к другому, то это на самом деле не очень хорошо для крипты, да и в целом для тех инвесторов, которые хотели бы этим заниматься, для тех же самых майнеров. Следующее, и уже из криптомира новость. Сроки по распределению средств MTGOX опять переносятся. Крайний срок по выбору опции распределения перенесен с 10 марта, то есть с завтрашнего дня, на 6 апреля. И крайний срок распределения перенесен с 30 сентября до 31 октября. В настоящее время у MTGOX осталось выплатить 142 тысячи битков. Это где-то 3 ярда, если мне не изменяет моя память. Соответственно, как я вообще на самом деле всю эту картину вижу? Все, что сейчас происходит, это преддверие более глубокого на самом деле дампа, более глубокой коррекции, более хорошего жирного шорта. То есть сейчас это прелюдия, сейчас раскачивают рынок, проверяют, насколько решительные медведи, насколько у нас хорошие объемы, насколько будут хорошие объемы залетать, соответственно, в рынок. Допустим, если брать on-chain данные, то эфир и биток заводят просто в огромных суммах сейчас на бирже. И на самом деле для меня лично непонятно, почему сейчас эфир держится сильнее битка, потому что эфиром намного больше заводят на бирже, чем бита, и по идее он должен был просесть. Но, как правило, эфир иногда аутперформит биток, и он просто может сильнее дать в моменте просадку, потом биток его догоняет, и они опять начинают коррелировать. Поэтому будем наблюдать. Я закладываю в дамп эфира даже чуть больше ожиданий, чем в биток, на самом деле. Но держится он немножко, конечно, посимпатичнее, то есть он посильнее выглядит и получше себя показывает. Но у него и фигура, соответственно, накопительная более-менее какая-то есть нарисованная. Не так легко из нее, соответственно, выйти. Но, тем не менее, прострел есть. Мы зашли, допустим, нашим каналчиком еще 2 дня назад в эфирчик. Мы его держим. Много подробностей не могу вам раскрывать из нашего приватного канала, потому что все-таки это приватная информация. Да, люди за нее, собственно, платят для того, чтобы присоединиться к нам и торговать по нашей аналитике. За последнее время мы просто охеренно, на самом деле, шортим рынок, и я не понимаю тех чуваков, которые до сих пор еще не расклеили кнопку шорт, потому что, ну, блин, камон, чуваки, вы сейчас усредняетесь, вы там пирамидитесь, вы там верите в to the moon, как бы это все хорошо, это классно, но надо интердей торговать, надо понимать, как бы, что есть шортовые движения, и что прям рынок, ну, настолько активен сейчас, что, ну, забирать, не забирать, грех просто такого рынка, свой кэш, и забирать его очень активно можно. Как, допустим, там у меня вчера я галу шортанул и 2к зеленых, то есть мне приклеилось. Но это, опять-таки, это зависит от уровня подготовки и от того, насколько ты каким объемом торгуешь. Я скажу, что я небольшим, допустим, объемом торгую, но за счет моего скилла я могу выставлять грамотно стопы и, соответственно, хорошо забирать позиции. Там порядка 300% было к марже. Так, теперь давайте пройдемся по основным моментам, по эфирчику, по S&P, по... Так, по доминации тизера, и сделаем выводы определенные, что может быть сегодня и что будет происходить. Сегодня, кстати, выходит еще у нас первичное количество заявок по безработице в США.
Давайте четко вам прям прочитаю, потому что что-то я подзабыл. Число первичных заявок на получение пособия по безработице. Ну, все, в принципе, правильно сказал. И это в 16.30 будет по Москве. В 18 часов у нас выступление за зампреда ФРС по надзору бара. Соответственно, будут качели опять. Будут качели, и по предварительным данным закладываются отрицательные индексы. Поэтому, я думаю, будут катить обратно. И у нас на премаркете уже S&P 500 немножко дает коррекцию. Его при открытии Америки, американский, соответственно, индекс догонит. И... будем смотреть очередное ралли. Доминация у нас тизера растет, соответственно, разгружаться продолжают у нас ребятки и заводят очень большие на самом деле объемы сейчас институционалы и разгружаются, поэтому сейчас больше на шорте нацелены. Но теперь давайте пройдемся по биточку. По биточку у нас потихоньку спустились немного ниже, соответственно, наши стеночки уплотнения, но вчера еще давалась вот эта вот позиция, можно было вчера ее забрать, вот в этих диапазонах она доходила до сюда и наливалась на самом деле, и мы, допустим, его своим каналом тоже шортили и добирали позицию. Поэтому, собственно говоря, кто зашел, красавчик, потому что вот-вот дотянется уже 1-2, можно будет фиксировать прибыль и, соответственно, стопы уже без убытки. Поэтому смотрите, какая ситуация. У нас вот эта стенка, скорее всего, она у нас отыграет. Она у нас находится прямо на уровне, она у нас отыграет, может даже дать какую-то небольшую коррекцию. И вот как раз-таки где-то на середине этой коррекции, вот на этих пятаках можно будет заходить в дальнейший шорт. Но опять-таки, в зависимости от ситуации по рынку, я хочу сказать то, что вчерашний обзор был на самом деле актуален по сегодняшний день. И как бы сильно больших там корректировок нету. Просто может быть даже тейк там, да, немножко вот я подспустил тейк, потому что он был у нас вчера там 1.85. Потому что могут заколоть просто 1.2 спокойно и вернуть обратно. Поэтому, в принципе, вчерашний обзор плюс-минус актуален, а вот завтра уже дадим на выходные более-менее подробные какие-то сетапы. Теперь по эфирчику, ну тут вдвойне интереснее, как бы, да, можно было 3 дня, наверное, ну не 3, ладно, 2 дня подряд заходить в шорты, потому что наливало всем, кому можно было, да, в итоге продавило вниз, и сейчас мы идем в нашем направлении, у нас стеночки тоже немножко стянулись вниз, прям по уровням встали, поэтому я не думаю, что уже обратно вернут, поэтому пойдем вниз, и пробивая вот эти уровни, можно будет заходить дополнительно в шорты, можно будет пирамидиться, можно будет фиксировать частичную прибыль, кто уже в позициях, да, и стопы без убытки подтягивать, ну, в принципе, они уже без убытки должны быть. Тем не менее, можно будет на пробой данного уровня ставить стоп за этот уровень и 1-2 тянуть, соответственно, позицию вниз. Ничего сверхъестественного на сегодня у нас не произошло, поэтому давайте, ладно, давайте схематично еще раз это сделаю, чтобы это было более наглядно. Воткнули так 3%, ну, в принципе, неплохо. Хороший стоп. Дальше. Дальше у нас очень много уровней, поэтому могут, если покатят вниз, то будут забирать один за одним. И на самом деле у нас до этого был 4,5% стоп, поэтому 1-2 у нас, соответственно, тейк находится. И при пробитии данного уровня и стопа в 3%, также 1-2 на том же рубеже можно будет фиксировать прибыль. Поэтому я думаю, must have прям с этих значений заходить в шортец по эфирчику. Теперь по биточку давайте также схематично накину. Кстати, что у нас там по тренду? Ну, в принципе, все, он сломался. Мы видим, у нас есть low-low, high-low, теперь еще раз low-low, и все, у нас слом пошел небольшой. Может быть, мы в контрольном минимуме здесь еще пофлотим какое-то время и пойдем еще ниже. Это по Smart Money непосредственно. По биту, я думаю, даже было бы очень смарт, но это скальп. Цели, опять-таки, все, кто сидят уже в бите, не особо как бы рекомендую заходить, но в принципе можно прям с небольшим стопом, практически там 1.5%, взять и дотянуть его до конца вот этого пятака, этой ликвидности, прям до нижнего уровня этой ликвидности и примерно стоп поставить, соответственно, за верхний этот уровень. Но при пробитии до главного уровня, да, это вот здесь отчасти есть баланс тоже, от которого цена отталкивалась, улетала вверх либо вниз, поэтому я думаю, было бы смарт сюда воткнуть стоп и отсюда зайти. Для тех, кто еще не заходил. Опять-таки, вот в комментарии вчера написал человечек, что залетел там на 0,8% со 25-м плечом. На 0,8% риска, то есть стопа. С 125-м плечом на $300 по биту, это на самом деле high risk. Я, конечно, не знаю, то есть дотянул он эту позу, либо его сняло по стопу. Если дотянул, то красавчик, но так не стоит заходить. Заходите с умом. Если вам необходимо там усовершенствовать, либо там что-то узнать новое из того, как торгуют смарт-трейдера и как рассчитывать риск-менеджмент и мани-менеджмент в отдельную сделку, то у меня есть по этому поводу отдельный урок, я в конце видео его прикреплю, и вы можете с ним ознакомиться, его посмотреть.
если будет вопрос, соответственно, задать вопросы, потому что там максимально все подробно, чтобы было все хорошо, потому что на дистанции важно не только заработать, но и сохранить свой изначальный капитал. И если у вас будет плохо все с майн-менеджментом и с риск-менеджментом, то в трейдинге делать абсолютно нечего. Все, ребятки, на сегодня все. Максимально постарался вам дать пользу, чтобы вы были в курсе. Встретимся с вами по возможности завтра, чтобы дать расклад на выходные. Всем хорошего настроения, жирных чеков. Всех обнял. До завтра.